понедельника по четверг. Возвращение в детские воспоминания часто сулит нам радость. Не узнали? Ты кто? Серафима Красина, вы уже из 16-й квартиры. Семка! Но иногда наши надежды разбиваются об суровую действительность. Красина Серафима Федоровна. Да. Вы не можете быть допущены к сдаче экзаменов. Ты что-нибудь слышала о стенографии? Ничего, я тебя научу. Печатать учись сразу двумя руками, будто играешь на пианино. В такие моменты важно не впасть в отчаяние и собраться с духом. У меня есть ученица, очень способная. Пристроить. Папа проснулся, спрашивает про стенографистку. Ни одна строчка из вашей работы не должна покинуть пределы нашего дома. На этой девке пахать можно. Только смелый может пройти все трудности, виднеющиеся впереди. Ну-ка, дай свой портфель, девуля, живо. Нет, не дам, это не мой. Зачем он вам? Там ничего нет, отдайте! Бедные родственники. С понедельника по четверг на ТВ Рус.